самого начала, а то есть уже лет 8, а то и 9. Это Кирилл Расколенко. Это Кирилл Скачев. Это Искандер Скачев. Дружил с нами все это время, но присоединился к нам только 2 года назад. Это Владимир Сорокин. Человек, который появился в нашей жизни примерно год-полтора назад и продолжает нас потрясать и удивлять. Алексей Самойленко. В нашем чудесном коллективе была должность после ухода Рика Райана в штат Монтана. У нас была должность профессора зельеварения такая, знаете, как в Гарри Поттере. В общем, в каждом сезоне менялся этот человек, мы бились головой о пол и все другие места. И в конце концов, я очень надеюсь, я молю Господа, чтобы этот вопрос был наконец закрыт. Прекрасный Сергей Мозговой с нами на контрабасе. Я предлагаю завершить сегодняшнее мероприятие. Вот тут параллельно с нашим мероприятием в Москве, в Царицыно, сейчас отец всея джипси-джаза Москвы, Дмитрий Купцов, организовывал фестиваль джипси-джаза. И мы подумали, а что бы нам не сыграть майнер свинг и показать, что мы тоже могем. Конечно, не очень кошерно, да, получается. Наоборот, у нас и джипси джаз получается. У нас клезмер снизу.